Всем привет! Это уже будет третья часть. Ну, получается, когда первую, вторую вот сделали, как бы сделали одно замечание. Ну, я считаю, в принципе, оно правильное. Желательно, чтобы наше значение не становилось максимальным на выходе при превышении задания, а сохраняло предыдущее значение. И так же самое еще появился такой момент, то что внутри этой функции я поставил временным значением слово integer, которое в BSD формат переводится. И почему-то не у всех это проходит. Ну, правильнее, конечно, поставить word. Давайте сейчас уберем эти все недочеты. OB1 лучше закрыть. Откроем FC100. И теперь... Ну, здесь самое простое, темповой величины заходим, мы меняем на Word, сохранить, загрузить, да, надеваем очки, все у нас работает, никто ничто не ругается. Так, теперь, чтобы сохранить наше предыдущее значение, нам надо каким-то образом помнить, какое значение у нас было перед этим, поэтому вот этот выход, который у нас есть там, S5T, его нужно перенести на вход-выход, чтобы он запоминался. Когда мы его переведем, у нас получится конфликт блока, вот наш CPU. Ну, сейчас постараемся сделать, чтобы у нас ничего не остановилось. Так, здесь тогда мы делаем cut вырезать, input-output здесь вставляем. Все, теперь при входе вот это значение будет помниться нашим, он будет проверять, какое значение было до этого его, и потом переписывать его в новое значение. Добавим новый network. Так, стоп. Тут просто выделили, добавили новый network. Теперь нам нужно это значение. Это значение у нас идет уже в формате Word. Сначала нужно его отфильтровать. Это нам надо сделать операцию end. Открываем. Так, где же ты? Word logic. Операция word end. Копируем его. И здесь нужно теперь понять, какое число нам надо активировать. Запустим наш калькулятор. Нас интересует только три полубайта. Этот. Так, здесь мы, чтобы было понятней, вот так сделаем 2 байта. Вот это наша 3 байта, наш код. Это наш, вот это 2, наш база. Нам, по идее, нужно активировать вот эти все были единицами. Операция end. Вот эти все битики у нас при операции end повторятся. Все лишь вот это сотрется. Мы переводим в hex формат. Это у нас 3F. Пишем word. Решетка 16. Теоричный формат. Решетка 1, 2, 3 3F. На выход можем взять вот эту нашу величину. Так как вот этот величина у нас уже есть в BSD формате, просто без базы, тогда поэтому мы заводим ttime, тоже уже идет в BSD формате. Поэтому вот это преобразование integer BSD нам не нужно. В принципе, мы здесь это можем удалить. А что перенести time, ttime min, мы просто воспользуемся командой move. Здесь уберем. Здесь, в принципе, тоже уберем. Добавим команду move. Команда move.
копируем, вставить, и здесь наши темповые копировать, вставить. Все, здесь все готово. Теперь надо сохранить. Загружать нельзя, потому что у нас ЦПУ уйдет в стоп, потому что у нас поменялись параметры блока. Закрываем этот блок, открываем OB1. Вот. И вот он нам показывает, что у нас конфликт с этим блоком. Нажимаем этот блок и апдейт вызвать блока. Вот он нам уже автоматически подставляет, как будет выглядеть наш блок. До этого выглядел так, перед этим будет. Здесь в данном случае нас все устраивает. Нажимаем ОК. Все, нам ничего переделать не надо. И так же самое. Апдейт блок. Вызов блока. Так. Тоже нас полностью устраивает. ОК. Нажимаем сохранить. Заходим в Sematic Manager. Выделяем через Shift. Ну, через Ctrl выделяем оба блока. У вас их может много, но может много быть, но обязательно нужно выделить эти два. И их вдвоем загружаем. Да. Все. Вот, все, у нас ЦПУ, все работает. Наденем очки. Так, зададим. Ну, теперь значение у нас здесь мы видим. Зададим 560. 9 минут 20. И зададим 4. Ну, больше 599. Так, почему-то не получилось. А, ну все, получилось-то, я что-то это. Вот наше значение получалось даже в формате integer, даже отрицательным. Но S5 time остался у нас именно 9 минут 20 секунд. Если мы там наберем 10 тысяч, то как 9 минут 20 секунд были, так и они остались. Наберем 8, 8, 8. 14 минут 48 секунд. Набираем больше. 4 девятки. 14 минут 48 секунд. Ну, как бы все.